Промышленность, наука, молодость, задор, идеи. На международном промышленном форуме «Инженеры будущего» есть место всему. 17 июля руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов посетил мероприятие, которое на этот раз проходит в Ульяновской области. Непростые условия, в которых Россия оказалась из-за экономических санкций, оказались благотворными для физиков и технарей. Развитие оборонки, мирных технологий находятся на пике государственных интересов. Ведь именно это залог комфортного и безопасного существования России. Последнее послание Федеральному собранию президента, когда он продемонстрировал малую толику только тех достижений, которые есть, продемонстрировали, что уж в оборонке мы впереди планеты всей. Но то же самое сейчас происходит в гражданке. И то, что Ростех способен провести диверсификацию в более короткие сроки, чем поставил задачу президент, говорит о том, что поле для реализации молодежи в России сейчас такое, которого нет нигде в мире. Представить свои идеи и разработки, обменяться опытом, научиться чему-то новому – это задача молодых. Отыскать самых талантливых и помочь им внедрить идеи, желания корпораций и официальных лиц. У нас очень много идей, которые мы сегодня реализуем на наших предприятиях, суперсовременных. И, может быть, даже по некоторым вопросам мы опережаем и западных наших конкурентов. И поэтому я здесь не могу сказать, что у нас сейчас большое количество молодых людей уезжает за границу. Наоборот, сегодня тенденция к возвращению тех людей, которые уехали ранее за рубеж. Ульяновская область, ставшая в эти дни центром науки и промышленности, выбрана для проведения форума не случайно. Успехи региона нельзя не заметить даже на фоне традиционных научно-промышленных центров нашей страны. Есть реализованные проекты, но еще больше проектов в будущем. Что касается авиации, здесь непаханое поле. Нам еще работать вместе и создавать новые самолеты, потому что более 60-70% комплектующих делается у нас на наших предприятиях Ростех. Поэтому, конечно, взаимосвязаны со всеми авиационными предприятиями. Вы знаете о том, что у нас сейчас очень активно идет модернизация на предприятиях, которые входят в группу Ростехнология. Ну, например, завод «Искра», который на протяжении многих лет был далеко не в самом лучшем состоянии, сегодня это по-настоящему, наверное, лидер в Российской Федерации в области микроэлектроники. Модернизация предприятий, находящихся в регионе, это не только новые станки, ремонт стен и фасадов. Это новые рабочие места, как для высокообразованных выпускников наших вузов, так и для тех, кто выбрал в жизни работу руками. 73-й регион и на этом поприще готов занять лидерские позиции. Те, кто помнит Ульяновск и область в 2004 году, согласятся. Работы и зарплаты стало больше. Участники форума «Инженеры будущего» свидетельствуют. Продукция региона стала технологичнее. Павел Половов, Александр Кудряшов. Новости дня. Ульяновская правда.